городе. Я хотела бы жить в диснеевском утином городе. Только дядя, тетя, племянники и бабушка, которые готовят яблочные пироги. Мой психотерапевт, доктор Грюневальд, обратила мое внимание на то, что я была одна ничтожную часть своей жизни. А поменьше, нет? И еще меньше? Там же всего две. Ну как, встречаешься с кем-нибудь? С мужчиной? Нет, с гусем лапчатым. Ты знаешь, сколько ей лет? 28. Похоже на шлюху. Как он ее лапает. Свинья! Я сравнивала свои неудавшиеся браки с благополучной жизнью бывших мужей с новыми женами. И чувствовала себя жалкой неудачницей по сравнению с моими соперницами. Ой, прости же. Что вы можете сказать о сексе, Флавия? Ну так я поднимусь. Мне нужен еще один шанс. Женское самоудовлетворение и техники расслабления. Ваша терапия закончена, Флавия. Если верить исследованиям, на первом месте огурцы, морковка, кабачки, а свечи? Свечи? Нет, я пробовала, они гнутся.